И разница, которую это имеет, заключается в том, что это произошло благодаря Чавесу. Пожалуйста, дамы и господа, помогите мне поприветствовать Чавеса. Здравствуйте, Грейс. Всем привет. Я надеюсь, что у вас у всех все хорошо. Впереди нас ждут удивительные времена, и мы движемся очень быстро, с нужной скоростью для запуска. Запись продолжается. Мы набираем здесь большой темп. Так что прежде всего, прежде чем начать, я хочу поблагодарить всех лидеров, всех влиятельных лиц, которые создают это грандиозное предприятие. Большое вам спасибо за то, что остаетесь с нами, и мы добьемся больших побед. Хорошо, так что без лишних слов, позвольте мне поделиться своим экраном и начать. Сегодня не день обновлений, но да, сегодня день небольших разъяснений по различным темам, которые вас всех волнуют. больше всего меня волнует бот. И да, именно так мы и поступим. Вы знаете, как я уже сказал, поскольку мы вместе планировали, мы мы будем двигаться вперед в соответствии с графиком, с объявленной датой, с датами, которые мы опубликовали. Мы пришли вовремя, мы на верном пути к запуску 5 апреля. Итак, позвольте мне поделиться своим экраном. Грейс, в моем компьютере произошли некоторые изменения. Всякий раз, когда вы меня не слышите, просто дайте мне знать, что вы меня не слышите. Я это сделаю. Хорошо, это потрясающе. Вот и все. Хорошо, я надеюсь, что вы видите мой экран. Да. Хорошо, это потрясающе. Хорошо, итак начнем с самого начала. Я расскажу о том, с чего мы начали первую фазу Бумеранга. С чего мы начали неокр исследования и разработки Бумеранга, смарт-контракта, двух смарт-контрактов. Контракты, которые мы собрали вместе для поиска арбитражем. Во-первых, мы создали инструмент искусственного интеллекта, который находит рыночные возможности. Неправильные цены на различных децентрализованных биржах. А затем эти смарт-контракты выполняют маршрут, который был найден с помощью агрегаторов и бумеранга. Была создана бета-версия первой версии смарт-контракта с бета-версией. А затем мы продвигаемся вперед. Мы создали ряд смарт-контрактов, мы обновили приложение, которое мы создали. И с целью внедрения минимально жизнеспособного продукта с полным 300-кратным лимитом мгновенного кредита мы начали создавать инфраструктуру. Мы начали собирать воедино элементы, которые позволят масштабировать приложение таким образом, чтобы миллионы и миллионы пользователей могли воспользоваться преимуществами рынка в режиме реального времени и по сути постоянно выигрывать во время игры. Итак, после этого мы перешли ко второму этапу, который ведет к фактическому запуску минимально жизнеспособного продукта, где мы сейчас находимся с точки зрения технологии и разработки. Сейчас наступает время развертывания второго этапа, в ходе которого мы внедрили работающего бота, который собирает данные о ценах с четырех агрегаторов. В настоящее время сделки совершаются на 15 децентрализованных биржах, что привело к повышению эффективности и снижению проскальзывания. Это означает, что прибыльности маржа будут выше и будут более частыми, так что все больше и больше пользователей смогут воспользоваться рыночными возможностями, которые открывает искусственный интеллект и которые находит бот с помощью об искусственном интеллекте. Таким образом, интеграция различных платных пакетов API для агрегаторов расширила возможности платформы, позволяя более точно обновлять цены и совершать сделки. Мы также улучшили пользовательский опыт нашей платформы, внедрив сети Polygon и Arbitrum. Да, и так Arbitrum вы еще не видели и не использовали, но мы внедрили его в тестовую сеть и все еще тестируем. Решения для масштабирования второго уровня обеспечивают улучшенную масштабируемость, меньшую стоимость транзакций и гораздо более быстрый опыт торговли. Вот так мы продвигаемся вперед, используя рыночные возможности и ручной способ арбитража с помощью Polygon и e бота. Таким образом, точно такая же вещь будет воспроизведена с помощью арбитром. И это будет называться минимально жизнеспособным продуктом для запуска 5 апреля. Итак, мы готовы к разработке в рамках этого проекта. Просто развертывание происходит в определенные сроки, которые мы прогнозировали. Теперь наступает третья фаза, которая будет включать в себя дополнительные разработки. Мы не будем останавливаться на этом с точки зрения развития, улучшения и обновления DEP. Мы продолжим добавлять новые сети после запуска. Мы будем продолжать это делать. Да, конечно, после запуска мы столкнемся с новыми вызовами, новыми возможными ошибками, новыми багами, которые мы будем продолжать исправлять и двигаться вперед. Мы включим больше сетей, включая Binance, Optimism, Avalanche, Soulena и многие другие. Итак, вот как мы собираемся расширить его масштабы. Все в порядке. Итак, главный герой в этой комнате ⁇ это бот, которого нам нужно обсудить, и я хочу представить хэш транзакции, полученные при выполнении этого бота. Это новый контракт, который позволяет использовать бота. Итак, после тщательных исследований и разработок наша команда создала бота, который потенциально может выполнять транзакции от вашего имени так же, как вы это делаете вручную. Итак, вот как выглядит хэш транзакции. Он немного отличается от списка транзакций, которые вы видите, потому что он передается ботом. Итак, прежде чем поделиться этим хэшем транзакции с руководителями, я хотел бы объяснить вам все события, происходящие в транзакции, случаи, которые происходят. И на этот раз это более точно, потому что задействован бот. Итак, начнем с самого начала. Всякий раз, когда вы видите хэш транзакции, давайте предположим, что это заемная сумма в размере 10 долларов США. Затем есть DEX, децентрализованная биржа, на которой они обмениваются изначально, и вы используете определенную пару. Давайте предположим, например, что в этом хэшо транзакции мы использовали Ask и REP Matic пары. Так вот в этом случае. Я вас не слышу. Чавес вас не слышит. Все в порядке. Грейс, мне нужно вам позвонить. Позвоните ему по телефону. Где вы, ребята, проиграли? Давайте начнем с самого начала объяснения работы бота. Так что давайте начнем с самого начала. На самом деле на моем компьютере происходит много всего, и я использую отдельный компьютер, который я создал на своем собственном компьютере. Так что это довольно сложно. В настоящее время проводится так много других операций. Все в порядке. Я собираюсь отключить звук для всех. Возможно, вам это понадобится. Хорошо. Включите звук для себя. Хорошо. Если это повторится, просто крикните мне или позвоните. Да, вы молодец. Спасибо вам. Большое вам спасибо за поддержку. Все в порядке. Итак, ребята, вы почерпнули идею у бота, или мне следует начать сначала с объяснения хэша транзакции? Да, пожалуйста, начните с бота. Да, это хэш транзакции. Хорошо, это потрясающе. Все в порядке. Я надеюсь, что мой экран виден. Экран виден, и мы можем вас слышать. Все в порядке, это потрясающе. Итак, вот как выглядят хэш транзакции изначально, когда вы увидели хэш транзакции. Вы увидели цепочку транзакций, где был виден маршрут агрегаторов. Но теперь вы увидите события, которые связаны с различными DEX внутри хэш-транзакции. Итак, это должно быть совершенно ясно. И это также прояснит сомнения, которые были на рынке. Вы знаете, некоторые люди бросали нам вызов, некоторые задавали вопросы, создавали видеоролики на YouTube и все такое. Итак, мы получили пощечину от всех этих людей, которые пытались вести нас в заблуждение. Не стесняйтесь поделиться с ними хэшем транзакции и показать им, как на самом деле это работает, как он собирает данные из разных DEX и затем обменивается ими. Итак, эти события включают в себя все обмены, начиная с мгновенного займа, который был получен в самом контракте, а затем контракт запускает арбитраж и производит обмен. Он запрашивает открытый океан, поскольку DEX, который мы используем, является открытым океаном в этой транзакции. Итак, первый запрос на обмен отправляется в OpenOcean, а затем он переходит из OpenOcean в Uniswap. Происходит обмен маршрутизатора. А затем токен передается на маршрутизатор Uniswap, после чего также взимается плата за Uniswap. Итак, в хэшо транзакции вы также увидите сумму комиссии. Здесь вы видите, что 0,22 это плата, которую взимает любой индекс, где бы мы ни выполняли транзакцию. Итак, контракт на мгновенный заем получил токен Robmatic от OpenOcean. Далее отсюда начинается покупка пары, а затем запрос на обмен на Jets. Это третья децентрализованная биржа, которая включена в эту программу. Затем пара покупается и токен снова передается на маршрутизатор DEX. Затем происходит обмен, DEX Swap переводит токен ASTK на смарт-контракт Flash Loan. Это похоже на то, как если бы вы купили что-то где-то, а теперь вернули то, что купили в смарт-контракт а затем произошло погашение кредита и прибыль остается в смарт-контракте, потому что эта транзакция является всего лишь транзакцией по смарт-контракту. В нее не входит ни один пользователь. Это тестовая транзакция, которую мы провели с ботом. Так что аналогично это была транзакция стоимостью в 10 долларов. Мы также провели транзакцию стоимостью в 1000 долларов с помощью Аава. Кредит был оформлен на сумму 966 долларов. Таким образом, бот способен и имеет право совершать транзакции с большим размером тикета в диапазоне от 1000 до 2000 долларов, которые мы протестируем. Сейчас я не могу сказать, что максимальный размер тикета, который вы можете попробовать, равен 1000. Нет, вы можете попробовать в зависимости от рыночных условий. Это тот же самый ответ, который я давал при ручном арбитраже. Итак, это то же самое, но теперь это автоматизировано с помощью бота, и наконец это работает, это видно на картинке. Итак, это четвертый смарт-контракт, который мы создали. Таким образом, всегда требуется много работы. Все в порядке. Итак, это та часть обновления, которую я подготовил для вас, и передача этих знаний будет осуществляться по официальному каналу Telegram. Как только мы проверим смарт-контракт, он будет написан, но еще не проверен. Поэтому мы не будем публиковать его официально до завершения проверки контракта. Как только контракт будет подтвержден, мы официально опубликуем информацию о доходах. Я могу поделиться этими хэшами транзакций с лидерами рейтинга, и они будут распространяться на рынке, чтобы вы могли узнать, как это происходит и где мы находимся с точки зрения развития бота. Итак, бот будет доступен сообществу, и мы сможем протестировать его вместе. Но я не могу гарантировать или обещать, что до запуска, за сколько дней до запуска вы сможете использовать и протестировать бота. А также самый большой вопрос заключается в том, какова стоимость бота. Какова стоимость приобретения? Это еще не определено. Во-первых, наша цель создать неповрежденную технологию, во-вторых, собрать все воедино, и когда все будет оптимизировано. Тогда мы сможем определить цену и стоимость приобретения бота, и тогда вы сможете начать его использовать. Но я могу заверить вас, что если мы проведем тестирование, то мы ничего не будем брать с сообщества за тестирование бота. Мы предоставим вам дополнительное тестирование, точно так же, как мы предоставили вам в три раза больший лимит мгновенного займа для тестирования Бумеранг. Итак, вот как мы будем продвигаться вперед с ботом. Все в порядке. Я хочу поделиться дополнительной информацией. Хорошо. Все в порядке. Итак, стоимость ботов не определена, и затем, как только мы встретились, группа лидеров отправилась в Дубай, где мы представляли бумеранг в Сигма. Так что если вы, ребята, хотите присоединиться к нам снова на другом этапе, отличном от Сигма, то это не Сигма, а совсем другой этап. Это не похоже на искусственный интеллект и игры, но связано с криптографией и блокчейном. Итак, просто подсчитайте, сколько людей хотят посетить Дубай и представлять Бумеранг в середине апреля. Позвольте мне включить звук и посмотреть. Проверьте сами. Итак, я снова приглашаю вас всех. Поездка в Дубай полностью оплачена, и это будет незабываемая поездка. То же самое происходит и с квалификацией, которая также будет аналогичной. Это, знаете ли, не так уж и сложно. Позвольте мне поделиться с вами. Хорошо. Итак, начиная с сегодняшнего дня, с 20 марта по 5 апреля, вы должны достичь нулевой отметки в 50 долларов при соответствующем объеме а в середине апреля у нас будет консорциум в Дубае, и мы сможем собраться вместе и официально представлять бумеранг там. После того, как мы многому научились в Сигма, мы поняли, что мы можем сделать лучше и как мы можем расширить наши возможности. И это будет совсем другое и более разнообразное мероприятие, поскольку оно будет включать только крипто-сообщества и криптопроекты то мероприятие было больше посвящено искусственному интеллекту и играм, но это мероприятие посвящено криптографии. Так что вы можете провести больше исследований, а с предстоящим ком мы будем сиять ярче на мероприятии. И это будет даже масштабнее, чем если бы нам удалось привлечь все внимание в Сигме. Но в этом случае мы сможем привлекать все больше и больше людей и все более широкие сообщества в нашу экосистему ТКК и с помощью бумеранг. Итак, это снова очень интересно. Так что готовьтесь, собирайте чемоданы к середине апреля. После запуска мы встретимся. И я не забываю также о мероприятии по запуску, которое мы готовим, но не так скоро, так как многое еще нужно сделать для КО, а затем мы должны переехать. Так вот, это совсем другое дело. Вся полезность продукта основана на токеномике. Итак, О обещает быть очень-очень масштабным. Итак, учитывая многообещающие результаты и многообещающий ажиотаж, который мы получаем от инвесторов, мы собираемся организовать Кос размахом. Все в порядке. Итак, продвигаясь вперед, у меня также есть хорошие новости для группы лидеров, которые очень хорошо выступили за последние две недели. Итак, каждую неделю в среду я буду награждать лидеров, которые превзойдут остальных, и вот несколько имен пользователей, которые будут вознаграждены за очень хорошие результаты. А список на следующей неделе я представлю в среду. Итак, каждую среду группа лидеров, которые показывают очень хорошие результаты, будут вознаграждены, и это награждение, конечно же, повысит моральный дух. И придаст лидерам больше уверенности и, конечно же, увеличит количество трех иксов в их, но ну вы понимаете громкость, чтобы продолжать двигаться вперед. Вот и все, что я могу сказать с моей стороны, и я надеюсь, что вам всем это нравится. Это одна из последних сред перед запуском. Так что у меня будет возможность пообщаться со всеми вами всего несколько раз. И я надеюсь, что вы все отнесетесь к этому очень-очень серьезно, так же как и мы. И давайте ответим на кучу вопросов. Все в порядке. Хорошо, ребята, что касается вопросов. Один вопрос в ответ на поднятую руку. Пожалуйста, включите видео с вашим человеческим лицом, когда будете задавать свой вопрос. И, пожалуйста, пусть это будет связано с обновлениями и обучением, которое только что провел нам Чавес, и информацией, которую он только что предоставил. Сегодня не день поддержки. Хорошо. Есть какие-нибудь вопросы по поддержке? В субботу у нас будет поддержка. Итак, Джозеф, как у тебя дела? Давай, включай звук и задавай свой вопрос. Спасибо тебе, большое тебе спасибо, Грейс. Я в полном порядке. Да, у нас здесь невероятная динамика. И, конечно же, спасибо одному из моих лучших руководителей, Альберту, а также одной из моих лучших руководителей, Нори, которые сегодня стали Сибой. Всего несколько минут назад Альберт стал Сибой, и я так рад этому. Кроме того, многие руководители выразили желание, чтобы через 4, может быть, 5 дней после МФП мы могли провести ребай. всего 4 или 5 дней. Многие руководители просили об этом. Не могли бы вы, пожалуйста, подождать СКО 4 дня, чтобы мы могли провести ребай в течение 4 или 5 дней? Это мой вопрос к вам, Чавес. Хорошо, просто позвольте мне объяснить всем, что мы не пытаемся остановить вас или никоим образом не пытаемся удержать вас подальше от продукта, который мы создали. Позвольте мне объяснить истинную причину ожидания удержания и паузы после запуска и проведения КО. Хорошо. Итак, прекрасная технология блокчейна и эффективность криптовалют используются. Реальная полезность технологии блокчейна и токеномики может быть объединена и может заменить две основы интернета. Технология. Точно так же, как мы вносим вас в белый список с помощью электронных таблиц, мы вносим вас в белый список с помощью базы данных. И вы используете свой лимит с помощью базы данных, которая прилагается к приложению. Таким образом, токеномика позволит полностью, вы знаете, включить криптовалюту, или токеномика потребует модификации системы, или это должно быть упрощено. не будет никаких пробелов в ограничениях, не будет никаких сбоев. Токеномика будет включать в себя лицензии, покупку и лимит, который вы используете в виде мгновенных займов. Таким образом, система станет более эффективной, и в конечном итоге она должна перейти в токеномику, модель, потому что на рынке очень мало продуктов, основанных на полезности. Они говорят, что это полезно, но этого никогда не бывает. Это всего лишь истории. Так что пока у нас есть продукт, нам нужно внедрить настоящую технологию Web3 для запуска продукта. Итак, в этом и заключается цель удержания. Это не значит, что мы просим вас держаться подальше, или это вовсе не маркетинговый ход, чтобы помешать пользователям покупать. Нет, мы хотим, чтобы вы купили. Именно поэтому мы продаем лицензии, и именно на этом мы зарабатываем деньги. Так что не рассматривайте это как маркетинговую стратегию или какую-либо поддержку сообщества. Я люблю свое сообщество. Я люблю вас всех. Давайте же. Я хочу, чтобы вы все зарабатывали деньги. Вот почему мы делаем это вместе. Верно? Итак, мы будем делать это более эффективно, чтобы новые пользователи, которые приходят, и в будущем, когда у нас будет объем в миллионы долларов в день. Объем вы знаете людей, кошельков, миллионы кошельков торгуются, ну вы понимаете в течение одного дня, тогда нет сбоев в лимитах, нет ошибок, нет такого сбоя. Итак, поймите, что проведение КО очень важно. Это повысит эффективность проекта. С точки зрения развития, если я скажу Джозеф, то мы столкнемся с еще большими сроками и более сложными задачами в области развития СК. Продукт, как вы знаете, уже создан. Он создается уже с января. Теперь его необходимо сделать более масштабируемым и более доступным для миллионов людей, которые могут его потреблять. Так что поймите это. В этом есть много позитивного подхода. Так что мы не занимаемся этим. Это не маркетинговая стратегия. Поймите это. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Хорошо, Ян. Я включаю звук и, пожалуйста, мне нужны ваши человеческие лица на видео. В вашем видео, пожалуйста, покажите ваше видео и включите звук. Хорошо, и ваше человеческое лицо, и я позвоню вам. Если нет, я пропущу вас. Продолжайте, Иэн, я задам вам вопрос. Итак, Чевес, вы хотите сказать, что никаких танцующих клоунов, собак, крутящихся на мечах и всего такого прочего не будет? В любом случае, не так ли? Мой вопрос связан с предыдущим вопросом. Может быть, вы могли бы дать нам немного больше ясности относительно того, как все будет работать дальше, начиная с МФП. Таким образом, после МФП больше нельзя будет приобретать лицензии, но они не будут внесены в белый список и доступны для использования до окончания КО. Это правильно? Хорошо. Итак, начиная с 5 апреля, DAP начнет продвигаться вперед, и все должны будут прислушаться к этому. Это очень важно. Хорошо, я повторю это и в следующую среду. Итак, 5 апреля DAP будет проходить техническое обслуживание, капитальный ремонт, в то время как он перейдет от бета-версии к минимально жизнеспособному продукту, где 300-кратные срочные кредиты будут предоставляться пользователям, которые мы привезли лицензии во время предварительной продажи бета-версии. Все в порядке. Всем ли это ясно? Да. Вопрос номер два. Вопрос номер два. После этого технического обслуживания панель мониторинга VR All Satoshi также будет переведена на техническое обслуживание, подписки будут удалены. И появятся новые подписки, в которых будет указан 200-кратный лимит мгновенного займа. Все в порядке. Это будет очень-очень болезненно для людей, которые еще не купили лицензии. Поймите это. Это будет похоже на то, что иногда, когда вы принимаете душ, вам кажется, что вода прибывает каждый день. Когда воды нет, тогда вы понимаете реальную ценность проточной воды, не так ли? Это очень просто. Итак, на панели управления ВОЗ будет отображаться двухсоткратный срочный кредит, а лицензии будут переизданы. Хорошо, эти лицензии в минимально жизнеспособном продукте можно купить, но белый список не будет опубликован до тех пор, пока не будет запущено КО. Хорошо, понятно? Да. Хорошо, отлично, все в порядке. Спасибо вам, это Каюта. Каюта, продолжайте, включите звук и задайте свой вопрос. Хорошо. Привет, у меня к вам есть несколько очень коротких вопросов. Задавайте их. Привет, Кевин, как дела? Хорошо, очень хорошо. Все в порядке. Так что да, в январе у меня была лицензионная подписка, но даже я заполнил форму в Google. бета-версия флеш-кредита отражена некорректно. Тем не менее, это не полный список. Они все еще есть, мы все еще проводим перепроверку. Это не значит, что мы прекратили корректировку лимитов. 99% проблем с лимитами, с которыми мы сталкивались, с которыми сталкивались пользователи, с которыми сталкивалось наше сообщество, были решены. Возможно, 1% из-за какой-то человеческой ошибки не был решен. Так что мы продолжаем проверять и пересматривать каждый день, и не волнуйтесь, перед назначением все будет исправлено. И ваши основные ограничения останутся неизменными, будут правильными. Так что не беспокойтесь об этом. Самое главное, что мы делаем, это готовимся к МФП, чтобы основные лимиты флеш-кредитов, которые вы получаете в 300 раз, не были неправильными. Оставались неизменными и вознаграждались всеми пользователями, которые оплатили все лицензии и подписались на них. Все в порядке. Спасибо вам, Кевин. И, Эмилия, пожалуйста, продолжайте и задавайте свой вопрос. Включите звук и спрашивайте. Привет, Чавис. Как дела? У меня все хорошо, Эмилия. Как дела? У меня все отлично, чувак. Рад тебя видеть. Я имею в виду, что очевидно, мне не нужно повторять, что мой вопрос был на сто процентов таким же, как у предыдущего парня. Так что я не хочу повторять то же самое снова и снова. Спасибо вам, Эмилия. Я ценю это. Хорошо, Евангелист. Продолжайте. Включите звук и задайте свой вопрос. Просто поднимите руку, если у вас есть вопросы по этому обновлению. Отдохните, пожалуйста, опустите руки. Если у вас есть вопросы в службу поддержки, давайте сделаем это более продуктивным, чтобы пользователи могли понять. Если у вас есть вопросы в службу поддержки, вы можете переслать их на вышестоящие линии, и они будут решены. Как и в прошлый раз, мы решили все вопросы, все ограничения, все проблемы так что не беспокойтесь об этом. Пожалуйста, не задавайте здесь вопросов о поддержке. Пожалуйста. Спасибо вам. Давайте проведем конструктивную дискуссию. И если вы, ребята, хотите, ну, знаете, задать какие-либо вопросы, связанные с разработкой, с правлением, со сроками, со всем, что имеет отношение к срокам. Кмф, пожалуйста, спрашивайте. Спасибо вам. Все в порядке, наследство. Спасибо вам, спасибо вам. Как поживаете, Чавес? Хорошо, хорошо. Как поживаете? У меня все очень хорошо, у меня все очень хорошо. Мы не можем дождаться, когда нас назовут МФП, но я понял ваше объяснение из того, о чем просил Джозеф. Здесь, в Африке, мы также собираемся отправить официальный запрос, в котором говорится: Дайте нам, пожалуйста, пять дней, чтобы заработать немного денег. Но ваше объяснение действительно понятно, потому что вы говорите: Послушайте, давайте посмотрим на картину в целом. Все меньше и меньше масштабируемости это все еще ваша задача, сказать. Позвольте мне все исправить, чтобы когда мы начинаем наслаждаться, мы наслаждались по закону, а не просто наслаждались, потому что нас обманывают. Ограничен автономными функциями. Итак, мой вопрос заключается в том, что я должен отчитаться перед своей командой по этому вопросу, поэтому, пожалуйста, внесите ясность еще раз на доске. Вы хотите сказать, что у нас будет время протестировать это до того, как они начнут подавать заявки, потому что я запретил своим людям этого делать, чтобы они не исчерпали свой лимит на ручную торговлю. Я согласился с тем, что они ждали. Конечно, есть ограничения. Хорошо, я ответил на ваш вопрос. Позвольте нам. Итак, вы расстаетесь. У нас будет шанс проверить это с помощью маленького устройства. Спасибо вам, все в порядке, все в порядке. Итак, ограничения, которые существуют, никуда не денутся. Ограничения останутся неизменными. Даже после запуска у вас будут ограничения, которые вы сможете использовать. Во-вторых, да, если позволит время и ситуация, мы протестируем бота совместно с сообществом без каких-либо затрат. Так что не беспокойтесь об ограничениях. Просто продолжайте сосредотачиваться на своих людях, на своих командах, на том, как они это покупают, если это так, если они хотят получить больше лицензий. Просто покажите им сделку, не сопротивляйтесь себе. Если мы протестируем бота, то не будем взимать с него никакой платы. Даже если потребуется, мы позаботимся об этом. Я не обещаю, что будут введены дополнительные ограничения. Но да, если потребуется, мы предоставим все ресурсы для тестирования платы. Большое вам спасибо. Дэниел, если вы перестанете двигаться, пожалуйста, включите звук и задайте свой вопрос. Это был Хасе первый? После Дэниела у Дэниела не было своего видео. Я пропустил его. Так что просто возвращаюсь к нему. У меня все получилось. Возьмите это. Привет, Дэниел, как дела? Хороший, хороший, хороший Чавес. Давно не виделись. Я вижу, вы нам все объяснили. Я рад за вас, но знаете, у меня такое впечатление, что вы очень заняты. Вот почему я не хочу писать. Пока я не отвечу на свой вопрос. Мне нужна обновленная информация о худшем фокусе. Так что все в порядке? Вам понравится. Я думаю, что очень скоро появится информация о том, что биткоин достигнет 100%, но... Да, мне нужно объяснение по поводу токена. Это был токен? Да, определенно. Когда биткоин достигнет нулевой отметки в 100 долларов, я организую специальное мероприятие для наших старых участников ВОЖ, и мы обсудим это. Хорошо? Все в порядке. Спасибо вам, Дэниел. Наследие. Хасе. Да. Здравствуйте, спасибо вам, Грейс, спасибо вам. У меня нет никаких вопросов. Я очень терпелив. Я вырос в корпоративной Америке, так что я знаю, как все устроено. Речь идет о технологиях, так что я, знаете ли, вижу много людей, которые иногда тонут, выпив полстакана. Люди видят полстакана полным или полстакана пустым. Вы знаете, я просто хочу поблагодарить вас за отличный звонок с новостями. Это многое прояснило. Ранее были вопросы, которые были неясны, например, один ответ, касающийся запуском и всего остального И знаете, что ребята, после запусков вы получаете кучу лицензий, как это делаем мы, и вам не нужно беспокоиться об этом. Но это было отличное решение. Спасибо вам. Единственное, что я могу сказать, Чавес. Это то, что совет директоров собирается сделать. И то, что вы только что показали сегодня, даст пощечину многим людям. Это заставит многих людей заткнуться. Все эти ютуберы маньяки и прочая чепуха. Это уничтожит все негативное, что у них было. Это было действительно, действительно, действительно потрясающе. И я просто хочу сказать вам, что с нетерпением жду встречи с вами снова в Дубае. Определенно это Хосе. Я с нетерпением жду встречи с вами снова, и определенно да я хочу дать пощечину этим ублюдкам, которые пытались судить нас. Да ладно вам, я отнесся к этому очень хладнокровно и спокойно. Я с самого начала объяснял вам, ребята, что видите ли, мы просто должны следовать процессу. Это не шутка. Это не разработка Web2, в которой схемы A, B и C, знаете ли, связаны между собой и след работает. Нет, это смарт-контракт. Он работает с активным рынком, где подключено от 18 до 20 декс. Активный рынок подключен, а затем он извлекает данные. Эти данные, а затем они приносят вам прибыль. Это не заставляет вас совершать убыточные сделки. Это не позволяет вам совершать убыточные сделки. Это феноменальная технология. Вот почему инвесторы действительно взволнованы, и мы собираемся это сделать. У нас есть очень большие шансы на ко. Так что я действительно рад за нашу команду. Я действительно рад за наше сообщество, за наших лидеров. Мы все обязательно победим. Так что это так. Это потрясающе. Просто потрясающе. Спасибо вам. Аман, пожалуйста, задайте свой вопрос. Включите звук и задайте свой вопрос. Пожалуйста, задайте вопрос прямо сейчас. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Грег Чавес. Очень приятно познакомиться с вами сегодня. Я очень взволнован всем этим проектом. Мой простой вопрос заключается в том, что я уже нахожусь в Дубае. Именно там я и остаюсь. Так что я бы с удовольствием приехал и встретился с вами лично. Может быть в субботу утром. Где я могу вас найти? О нет, извините. Мне очень-очень жаль. Сейчас месяц Рамадан, и здесь очень многолюдно. У нас очень плотный график, и к тому же предстоит много работы, так как мы объявляем МВП. После получения МФП я могу обещать, что смогу встретиться с вами. Мы можем посидеть за чашечкой кофе или поужинать без проблем. Но перед тем, как стать МФП перед запуском, мне действительно очень жаль. Я действительно люблю вас, но я не могу, я действительно не могу. Я не могу пожертвовать ни одной секундой своего времени. Все дело в последовательном подходе. Я действительно не собираюсь выходить из дома даже для того, чтобы помолиться в мечети. Я молюсь у себя дома. Чтобы вы поняли, Аман, пройдите отбор на мероприятие в Дубае в середине апреля, и вы сможете встретиться с ними там. Хорошо, спасибо вам. Давайте возьмем последний вариант. Последний вариант от Нины Фуртер, Зураи и всех женщин, и мы заканчиваем. Все в порядке. А как насчет того, чтобы подышать? Давай, Бри, включи звук. Я знаю, что вы любите женщин, и мы благодарны вам за это. Что касается квалификации, вы говорите о 50 тысячах. Это 50 тысяч с обеих сторон. Или мы работаем над нашей слабой ногой. И это те 50 тысяч, о которых нам нужно беспокоиться. Хорошо, так что если у вас уже есть сильная сторона, то только слабая сторона должна быть равна 50, и она должна совпадать. Так что мне просто нужны совпадающие 50. Мне все равно, откуда они берутся. Все в порядке. Увидимся, бренд, в апреле. Да, Эйприл. Все в порядке. Дальше, дальше, не могли бы вы, пожалуйста, продолжить и включить звук. А где дальше? Дальше, пожалуйста, включите звук и задайте свой вопрос. Да. Спасибо вам, Грейс. Правильно ли я вас расслышал после того, как токен будет на месте? Можем ли мы купить новые пакеты с помощью токена или от EBTC20? Да, конечно, с помощью AT и BTC20 токена. Таким образом, токеномика будет такова, что токены будут потрачены на срочные займы. Это мы сейчас объясним. Вот почему нам нужна пара дней, чтобы составить реальную картину токеномики и объяснить ее вам. Это будет еще один набор тренингов, с которыми вы столкнетесь, зарабатывая деньги с помощью 300 на, которые у вас есть и которые увидят другие. Итак, я с нетерпением жду возможности обучить все сообщество токеномики. Это не будет очень сложным с точки зрения пользователей, но с точки зрения разработки это сложно, и это сделает нашу экосистему бумеранг как инструмент более эффективной. Так вот почему у нас задержка. Вот так. Хорошо. Спасибо вам. Увидимся позже. Увидимся позже. Зария, включите звук, пожалуйста, задайте свой вопрос. Да, привет. Привет, Чевес. Привет, Грейс. Мне очень приятно быть здесь. Ну что же, у меня есть два вопроса, которые я не совсем хорошо поняла. Извините, я медленно соображаю. Во-первых, как только мы отправимся на ланч 5 числа, вы сказали, что собираетесь провести техническое обслуживание как бумеранга, так и осы. Есть какие-нибудь идеи о том, сколько времени займет это техническое обслуживание? Два дня, пять дней. Да, потому что команды будут задавать вопросы. Да, да, определенно. Итак, информация о плановом техническом обслуживании будет обновляться на официальном канале Boomerang с указанием продолжительности и интервала для всего. Обновление ВОЖ продлится не более 5-6 часов, и мы изменим все подписки. Появятся новые подписки, старые будут удалены, будет обновлено 200 раз без ограничения бета-тестирования. Это потрясающе. Как только мы вернемся из ремонта, мы сможем использовать те 300 долларов, которые у нас есть, верно? Да, да, определенно. Вот, пожалуй, и все. Я очень взволнована. Спасибо вам. Большое вам спасибо. Хелен, сначала отключите звук и задавайте вопросы, а потом уже Нине. Эллен? Да, хорошо. Да, 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 да. Спасибо вам. Спасибо вам, Грейс. Спасибо вам, Чавес. Похоже, что кто-то уже задавал этот вопрос, когда вы говорили о соотношении 50. Итак, когда у вас 35 на другой стороне и 25 на сухой стороне, не так ли получится? Нет, видите ли, 50 долларов с нулем должны быть сопоставлены. Если они совпадают по побочному эффекту с другой стороны, то это работает. Если это новые 50 на 50, то это работает. В любом случае половина шиба, скажем так, половина шиба должна быть достигнута в другом смысле. Итак, с завтрашнего дня вас будут тренировать тренеры. Может быть, Дэвид проведет презентацию и сам все объяснит. Хорошо, спасибо Дэвиду. Все в порядке. Спасибо. Приходите на завтрашнюю презентацию. Там все будет ясно. Все в порядке. Спасибо вам. Спасибо вам. Нина, продолжайте и задайте свой вопрос. А Чавес, Нина будет последней. Так что я могу называть его Присцилла и... Нет, у нас в доме есть еще две дамы. Все в порядке. Все в порядке. Присцилла, Телегавати и Дэвид. Пойдемте. Нет, нет, Дэвид, опустите руку. Хорошо, Нина, давайте, задавайте свой вопрос. Отлично, спасибо вам. Это бета-версия. Это бумеранг. У вас все еще есть точный URL-адрес для входа в систему. И можем ли мы по-прежнему входить в систему прямо сейчас? Да, да, конечно. Это работает. Так что после… Вы знаете, когда я… Это техническое обслуживание. Мне очень жаль. Бета-версия будет удалена, и торговля точками бумеранга заработает. Когда я захожу туда, там написано «Доступ ограничен», и это не дает мне возможности войти в систему. Хорошо, тогда поставьте двоеточие, пс, косую черту, а затем точку бета-бумеранг, верно? Это сработает. Это не HTTP? Да, HTTP. Да. Хорошо, это не значит, что я заблокирована. Это значит, что я заблокирована. Это значит, что я не могу войти в систему. Двоеточие, косая черта, косая черта. Слэш да. Это бета точка. Торгуйтесь. Да. Нина, если у вас все еще будут проблемы, увидимся и поддержим вас, чтобы мы могли двигаться дальше. Хорошо. Спасибо вам. Присцилла, я верю, что вы следующие. Я продолжу, включу звук и задам ваш вопрос, пожалуйста. Да, вы меня слышите? Да. Чивес, мисс Грейс, мне очень приятно. Спасибо вам. Всего один вопрос, более или менее для ясности. Я знаю, что конкурс МФП стартует 5 апреля. Мне все еще не ясно, как пройдет КО. Действительно ли МФП постановится, а затем начнется КО? Есть ли какие-то временные рамки, в течение которых завершится ко, чтобы мы могли продолжить нашу остановку? Через 15-20 дней будет проведено мероприятие по генерации токенов. И за это время приобретенные лицензии не будут вознаграждены лимитом мгновенного займа. Они будут стоять в очереди, и как только мы проведем первый раунд ко, это будет только один и последний раунд, и после генерации токенов событие оно начнется. значит от 15 до 20 дней. Таким образом, в и этот временной интервал составляют около 20 дней, а затем после этого начнется КО, и это займет еще 15-20 дней. И вы хотите сказать, что двигаясь вперед, все будет постоянно развиваться? Да, конечно. И пользователи, получившие лицензии, смогут торговать с лимитом в 300 раз в течение этого времени времени. Это просто фантастика. Хорошо, большое вам спасибо. Просто купите несколько лицензий. Спасибо вам. Вот это имя. Пожалуйста, включите звук. Пожалуйста, включите звук. Привет. Как у вас дела? Да, у меня все хорошо. Я думаю, что по крайней мере иногда вы можете просматривать свой WhatsApp. Я постоянно отправляю вам сообщения. Дайте мне немного времени, чтобы просмотреть мой WhatsApp. Я обязательно это сделаю, обязательно сделаю, обязательно сделаю. Все в порядке. После награждения МФП вы сказали, что он отправляется на техническое обслуживание. Это продлится не более одного такого дня. Разве нет? Нет, нет, это будет. Да, это будет капитальный ремонт. Мы это сделаем. Так что на официальном канале Boomerang это обновление будет опубликовано еще до начала технического обслуживания, то есть за 4-5 дней до него. Так что просто подождите. Я не могу сказать 1 час, 2 часа, 1 день, 2 дня. Нет. Пусть техническая команда проанализирует и проведет плановое техническое обслуживание, которое сообщит вам лимит и обновление в базе данных. Расчетное время обновления в базе данных, сколько времени оно продлится, в соответствии с этим техническое обслуживание будет произведено. Все в порядке. Итак, на официальном телеграм-канале Бумеранг появится обновление. Хорошо. А как же тогда быть с ботом? Это произойдет после запуска вп. Да, да. Просто следите за моими обновлениями по средам. С графиком все будет ясно. Что касается этой среды, то бот тестируется, и я поделюсь информацией о том, как сделать транзакцию общедоступной. Вы, ребята, можете сами убедиться. В следующую среду, если я поделюсь более подробной информацией о боте, вы увидите. Если я поделюсь более подробной информацией в следующую среду на Арбитром, она будет опубликована. Это обновленная информация до этой среды. В настоящее время внедрение технологии, о которой идет речь, происходит поэтапно и в срок. Мы готовы приступить к работе с минимально жизнеспособным продуктом 5 апреля. Это обновление. Все в порядке. Есть еще одна вещь, из-за которой даже у меня возникает ошибка запроса SSL. Сегодня она также иногда появлялась в Metamask. Хорошо, тогда позвольте мне объяснить. Это не ошибка SSL или какая-либо другая ошибка с нашей стороны. В любом децентрализованном приложении, с которым вы будете работать с Metamask, вы увидите эту ошибку или предупреждение, которое оно выдает перед каждой транзакцией. Если вы даже используете Uniswap, вы увидите это предупреждение. Если вы даже используете любое другое приложение с Metamask, вы увидите это предупреждение. Это какая-то вредоносная программа или что-то еще, о чем они предупреждают так что к нам это отношение не имеет. Все в порядке. Спасибо вам. По крайней мере, я ожидаю несколько повторов из моего WhatsApp. Определенно. Определенно. В котором часу? Хорошо, увидимся. Я жду вас в Дубае, Телугувати. Большое вам спасибо. Спасибо вам всем. Спасибо вам всем за то, что вы здесь. Чавес, я всегда благодарен вам за то, что вы уделяете время в своем плотном графике, чтобы предоставить нам эту обновленную информацию. Большое вам спасибо. Спасибо вам, Грейс. Видите ли, самое важное обновление заключается в том, что мы выходим в прямой эфир 5 числа, и я думаю, что это все. Именно это волнует всех, и именно этому мы все рады. Так что не отвлекайтесь и продолжайте усердно работать. Вы ушли. Динамика просто сумасшедшая. Сделайте это еще безумнее перед запуском. И давайте посмотрим. Я так и сделаю. Обязательно сделаю. Я с нетерпением жду встречи со всеми вами в Дубае на этот раз. Хорошо? Это отличная возможность. Спасибо вам. Большое вам всем спасибо. Я поделюсь этой связью с лидерами, и она будет передана дальше. Спасибо вам, спасибо вам, желаю вам чудесного дня. Хорошо, давайте улыбнемся. Поднимите руки повыше. Все в порядке.